Смотрите, есть еще маленькая ферма, там именно простые как бобы и все остальное, как будто люди сами садят. Это очень мило. Вот смотрите. О, белочка, смотрите, белочка. Так, открывай мой портфель. Большую эту. Вот здесь вот. И там бери орешки. Видите, друзья, белочка? Вот здесь вот. Не ту открыли. Не ту. Следующее. Вот это. Это, ага. Одну, наверное. Я не знаю, какую. Алмонд, наверное? Или вот это. Какой-нибудь из них. Давай, главное открыть, попытаться открыть. Давай хотя бы откроем и попробуем покормить. Может быть, удастся с рук. Я бы очень хотела покормить суп. Они не кусаются? Я уже забыла. Она берет своими этими маленькими и забирает. Давай, попробуем. Давай попробуем. Надеюсь, меня не кусит. Он что-то уже кусает. Какой миленький. На, держите. А он сейчас кушает, он не хочет мешаться. Только одна белочка, но из всех нас только одна маленькая. Здесь? Они подкармливают и являются. А, это мы хлебушка много дали. Она, значит, голодная, раз она хлеб кушает. Да, она голодная, раз хлеб кушает. Редко, между прочим, у нас в Литве хлеб не кушают. В Хайд-парке они хлеб не берут. Да. Они хватают тебя за эти пятки, за сеточки. Эй, маленькая, малышечка, эй, красавица, иди сюда, иди, иди, смотри, что у меня есть, иди возьми, иди сюда. Эй, иди сюда, иди. Вот, видишь? Вот она взяла у меня из рук, да, взяла из рук, давай еще что-нибудь. Она голодная. Не бойся, маленькая. Не бойся, куда ты побежала? Иди сюда. Иди, моя хорошенькая. Иди. Испугалась. Или понесла кому-то еще давать. Они же еще друг